Далее коротко о спорте. С золотом и бронзой в родной город вернулись ноябрьские спортсмены с чемпионата и первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования с 28 января по 3 февраля проходили в Тюмени. Мерили силой в областной столице более 360 тяжелоатлетов со всей страны. Сборная Ямала насчитывала 20 человек, 9 из них – ноябрьцы. На этих соревнованиях наилучших результатов добился наш Кирилл Круть. Он завоевал золото в своей весовой категории до 53 килограммов, поставил 4 рекорда России и вошел в сборную страны. Теперь спортсмену предстоит поездка в США на чемпионат мира по пауэрлифтингу, который пройдет в августе. Правда, до этого времени Кириллу и его тренеру еще предстоит найти необходимые для поездки 150 тысяч рублей. В этом году мне удалось поставить 4 рекорда России. Это в приседе, в жиме лежа и становой тяге и в сумме. То есть в сумме всех трех упражнений. Присел со штангой весом 215 кг, пожал 140 кг и потянул 220. Проблемы есть со спонсированием. Вот, хотел бы так сказать. Спортивная школа, конечно, она делает все, что может, но за край бюджета она тоже вылезти никак не может. Помимо пауэрлифтинга есть и другие виды спорта, в которые тоже нужно вкладывать средства. Мы это, конечно, все понимаем, но пытаемся искать спонсоров. Мало, конечно, кто откликается на эти зовы помощи, так сказать. Ну и нередко бывает такое, что мы часто ездим за свой счет. Вот, к примеру, приведу, в 2010 году на чемпионат мира в Чехии я брал кредит, чтобы поехать на эти соревнования.